Всем привет, с вами Артур. Сегодня у меня в ремонте BMW 3. Машину разобрали и привезли ко мне на ремонт. Итак, левый лонжерон я буду делать, верхнюю его часть тоже. Поперечную усилитель он вбит, вытянем. Ну а правый лонжерон придется весь заменить. Вот в таком ужасном состоянии. Ремонт начну с правого лонжерона. Вытяну лонжерон сам, вытяну стакан и вытяну верхнюю часть лонжерона. Ну что, поехали. Итак, лонжерон насоков это возможно вытянул. Его мы потом будем удалять. Ну а сейчас я рассверлю так, как мне надо, на части донорскую часть. Итак, лонжерон уже лежит отдельно куском. Практически везде отсверлено по заводской сварке, в одном только месте есть срез. Ну что, приступаю к удалению лонжерона на машине. Итак, мятый лонжерон удалил.
Теперь зачищаю от герметика и немного дотягиваю. Вытягиваю и равняю перегородку двигателя. Ну что, с правой стороной я пока закончу и начну ремонт левого лонжерона. Насколько смог, отравнял. Чтобы закончить рихтовку, мне надо вырезать кусок лонжерона. Вот этот. Теперь я могу полностью отравнять лонжерон. Натягиваю и равняю. Ну что, здесь все хорошо. Теперь отравняю на столе отрезанную часть и варю ее обратно.
Итак, с этим лонжероном все в порядке. Потом, если надо, чуть подтянем. Буду привариваться правый лонжерон. Для этого устанавливаю подрамник. Прикрутил задние болты. И, как можете видеть, передние с направляющими немного не сходятся. Подтягиваю, корректирую лонжерон. Теперь все в порядке, прикручено на 4 болта. Устанавливаю лонжерон, тоже прикручиваю под рамнику и затем буду делать все измерения. Итак, как можете видеть, правый лонжерон немного ниже стоит. Поднимаю его, и сейчас они стоят ровно. Делаю еще последние измерения. Если все прекрасно, свариваю. Ну что, лонжерон приварил, забрызгал, замазал все, к траверсе прикрутил. Теперь буду делать заднее крыло, точнее менять его. Но прежде чем его удалить, я вытяну колесную арку. Арку вытянул, крыло удалил, и сейчас я подравниваю внутренний металл перед установкой заднего крыла. Заднее крыло будет новое. Перед тем, как поставить заднее крыло, я установил двери в зазор, чтобы сразу же выставить зазор. Крыло, задняя дверь. Примерил, подрезал, прикрутил крыло на самом срезе. Установил вкладки на швы. Все зазоры хорошие. Буду сваривать.
Итак, крыло приварил, зачистил. Теперь могу все примерять и собирать. Собираю перед. Теперь собираю заднюю часть. Итак, работа с металлом закончена, и моя работа тоже. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!